Я только что получила заказ компании AirSac. Давайте посмотрим, что же у меня здесь в заказе. Это накладная, товарный чек. Смотрите, мой заказ на 11 616 рублей. Скидка у меня прошла 6 782 рубля. И я оплатила 4 833 рубля. Что такое скидка? Это подарки. И сейчас я вам покажу то, что заказала я. Это вот масло черного тмина. Здесь 8 блистеров вот таких по 10 капсул. Заказала спирулину. Спирулина у нас очень хорошо идет для снижения веса и нормализации щитовидной железы. Ну и, конечно же, для усиления эффекта снижения веса я взяла тимьяновую воду. И я уже полюбила этот бальзам. Это после того, как помыли голову шампунем, я наношу бальзам. Волосы мягкие, шелковистые. Так вот, это то, что я заказала на 4 833. Теперь давайте я вам покажу подарки. Я попала на суперакцию, и у меня вышло 5 подарков. Начнем со средства общей уборки. Литровое концентрированное средство. Я его очень люблю, потому что оно такое универсальное. Дальше, ополаскиватель для белья. У него такой нежный, цветочный, приятный аромат. Дальше, золотая маска для лица, которая осветляет кожу и убирает пигментные пятна. Я еще не пробовала, но попробую. Массажный крем, но это вообще наш хит. От всего, вплоть до укуса комаров. Просто нужно мазать. И, конечно же, олива. Экстракт с листьями оливы. Я его перевернула. Вот так он выглядит. Вот, это все подарки. Вот такой классный заказ. Да, и еще. Приходят такие пакеты в заказе. Эти пакеты очень удобны для того, чтобы хранить овощи. Например, зелень, свежесорванная с грядки, остается месяц свежий, такой, как будто вы ее только сорвали, если вы будете хранить в таких пакетах. И я все овощи, фрукты именно храню в пакетах от AirSac.